Разноцветные шары со всех уголков области с заветными пожеланиями и мечтами детей красуются на елке в правительстве региона. Ежегодно дети из многодетных и малообеспеченных семей с ограниченными возможностями здоровья, сироты находят подарки под елочкой от добрых волшебников. В этом году мечты исполняются и у детей мобилизованных. Конечно, и подарки традиционные. Дети перед Новым годом хотят, чтобы сбывались их желания и мечты. И не всегда родители могут сделать. Ну, для этого у нас есть добрые волшебники, это и члены правительства, и главы администрации муниципальных образований, и наши благотворители, которые проживают в каждом районе города Ульяновска, и депутаты, то есть к ней, конечно, подсоединятся все. Также такими волшебниками станут и представители больших промышленных предприятий, бизнеса, общественных организаций и все неравнодушные люди. Каждый из вас, из нас был ребенком, и мы прекрасно помним, что происходит в новогоднюю ночь, когда ребенок ищет под елкой подарок, который ему подготовили заботливые родители, взрослые, родственники. Поэтому давайте превратим этот новогодний праздник для маленьких жителей Ульяновской области в настоящий праздник. Каждый из присутствующих снял с елки шар с пожеланиями, которые нужно исполнить и подарить чудо ребенку. Губернатору Алексею Русских достались 3 письма Деду Морозу. Желания разнообразные. Конструктор, книга, говорящий динозавр. Ну, здесь попроще. Встреча с губернатором Ульяновской области и провести с ним рабочий день. Хорошо. Наверное, будущий губернатор. Акция «Елка желаний» проходит ежегодно с 2014 года в рамках большого благотворительного проекта «Подари детям праздник». Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.